И снова здравствуйте. Вот я решила сделать сегодня еще один обзор стиля СМР. Там что-то говорили про шуршание, что шуршание лучше не надо. Мне сегодня шуршать особо нечем. Я ездила сегодня по делам в другую часть города, хоть он у нас и маленький, но в принципе в ту именно часть города мне не всегда с руки ездить. И на обратном пути зашла в магазин Fix Price. На самом деле у меня заканчиваются запасы моей любимой пасты Знахарь, которая продается почему-то только сейчас, продается именно только в Fix Price. Ну и я туда зашла. У меня есть карта Fix Price-овская, там какие-то копейки валяются. И я сначала думала купить только одну зубную пасту и расплатиться, и вышла бы она мне где-то, наверное, на сколько, 45 рублей, да? У меня там 5 уже баллов висело. Но в результате я увидела еще пару вещей и решила, что баллы подальше пусть копятся, и можно потратиться так. Покупка у меня вышла на 150 рублей. В общем, вот эти вот пасты зубные мне не очень нравятся. Я уже года два ими пользуюсь. Две. Ну, они по 25 идут. Соответственно, две за 50. Это Знахарь. Еще у меня какой-то крем у них раньше продавался для рук и ног в наборчике. Он мне очень нравился для рук и для ног, этот Знахарь. Серебро дороже золота, зубная паста, серебро для чувствительных зубов. Я думаю, что мои зубы все-таки ближе к чувствительным, потому что иногда они реагируют на горячее или холодное, и вообще они с прибабахом, ибо они почти все молочные. Вот такие две пасты. Сроком до августа 2018 года. Думаю, они будут стоять в запасах и вполне себе доживут, и ничего с ними не случится. Одной такой я сейчас пользуюсь, правда, я не помню, серебром она или еще с чем-то. А другая у меня увезена в деревню. Потом я увидела масло миндальное. Я не помню миндальное масло, мне кажется, сейчас его нет. У меня есть только облепиховое, там персиковое, касторовое и вроде еще какое-то, что-то такое. А я и на нем иногда несу дезик, который у меня вот здесь хранится, самопальный. Ну или вот этот вариант. И вот я его тоже купила, потому что я что-то в последний раз, когда там была, не было там этого масла. Хотя вот я сейчас смотрю, оно какое-то, не помню, надо будет глянуть, как оно в других местах. Закрыто ли оно? Да, оно закрыто, но я только сейчас увидела, что оно не до конца полное, но где-то вот, где мой палец заканчивается. Вот такое. Я даже сейчас, вот я каждый раз это АСМР произношу, но каждый раз забываю, в каком именно тоне, тембром голоса вообще, как тихо, громко это надо делать. И еще я купила себе скраб, как раз вот Маграф, путешественниц. На самом деле я что-то подобное видела в одном из обзоров Аленки. Боди скраб, цитрусовый фреш скраб освежающий, Италия, красный сицилийский апельсин скраб освежающий для тела. Я его уже попробовала. Я думала, что он по консистенции все же как вот эти Сенс Сейвановские скрабы или как гринмамовский гель гамаш. На самом деле он действительно как скраб. На губку, если его нанести, то он не пенится. Но если рукой наносить, то вполне нормально. Очень хорошие мелкие скрабирующие частички в составе. Правда, в самом конце тут экстракт лаванды присутствует, экстракт зеленого чая и апельсиновое масло. Я еще где-то в середине касторовое масло указано. Ну, что там именно скрабирует, я не поняла. Не знаю, он тут состав видно будет или не видно. Запах очень вкусный, похож на такое вот по виду, оно похоже вообще на желе какое-то апельсиновое, а по запаху будто вот такой сахарный апельсиновый сироп. Да, еще у меня тут специальный привет именно для ASMR видео. В общем, Евгений Отцой, привет тебе от меня. Я рада, что тебе интересно смотреть мои видео. Ну и я даже не знаю, чтобы вам еще такое поведать или рассказать. Денис, который, оказывается, БАНН. В следующий раз, люди, предупреждайте, как вас обзывать. Ибо я бы ни в жизни не догадалась, что 2Н – это Б. Как бы их ни перевернуть, все равно это 2Н. Хотя, если перевернуть, это будет 2У или И.
кстати. Хоть улучшения не надо. Вот у меня, наверное, случайно получилось. Вот у меня такая хрень. Тут у меня была флешка от Фотика на 16 гигов. Силикон называлась. И вот не поверите, эта флешка была 2,5 года. Я ее изрядно так пользовала, в основном фотографировала, конечно, потому что видео так особо я снимать стала, даже чисто всех этих ежиков и природу. Ну, может, года полтора назад. Не знаю, так у меня особо как-то не глючило, чтобы я снимала это видео. И вот эта флешка у меня однажды, ну, может, где-то недели две назад в руках в прямом смысле рассыпалась. Так я узнала, как это выглядит, когда мне однажды сказал кто-то из девчонок, ну там или из девушек, не помню, или мальчиков, или девочек, друзей, что у меня этот винт рассыпался в руках, прямо я удивилась, как это может быть, как может винт рассыпаться, это ж, ну, какая-то вещь все-таки. Это она у меня лежит. Я попытаюсь плавно. Вот, ну на самом деле, конечно, она не совсем рассыпалась, но штучка, которая вот здесь елозится, она выпала. И потом-то она разошлась на две части и просто сдавила обратно. Вот сейчас бы обратно сунуться. И да, вот здесь она местами что-то опломилась. Конечно, короче, она уже не юзабельная. Тут даже стерлась окраска. Когда я своему приятелю Мите написала по поводу, у меня такое случилось, он вообще выдал, что как это нормально для флешки 2,5 года так юзаться, дальше лучше не рисковать. В общем, был, видать, удивлен, что у меня оно так долго жило. Вот, кстати, оно отвалится. Я, конечно, хотела ее сунуть в свой нетбук, но раз я ее уже тут вскрыла, не знаю, он у меня такой специфический, у меня некоторые флешки не читают компьютер и читают только через вот такую хренотень. Хотя разъем у меня есть и на компьютере. Только через переходник он читает. А мелкий он читает все. Хотя на мелком сейчас тоже стоит Linux Mint. Правда не Mate, а я не помню обозначение с картинкой крысы. Среда такая компьютерная. Вообще там была Симата, но Симата довольно глючная. И вообще люди, которые сначала репостят там в каком-то, пишут точнее, какой-нибудь группе. Ну, я вообще-то нашла в Linux группе года, может, два назад уже. Я создал такую систему, может, кто протестит. Если ты пишешь, что тебя надо протестить и ждешь там отзывов, и пишешь о том, что напишите мне, пожалуйста, отзывы, я не прошу там это, он на сайте у себя пишет, это Андрей, кажется, его зовут, реально, ну, реально это имя его. А еще это, не помню, этот его логин, ник ВКонтакте. Этого мальчика, он вроде на медика учится, как я поняла, когда я еще искала, читала, что это. Ну, типа того, что мне не надо никаких денег, напишите просто отзыв, да. Ну, я ему писала сначала, но потом я так поняла, что может он сам понял, что лучше не модернизировать то, что хорошо работает, потому что восьмерка, она глючная, Симата 8, он там уже родил Симату 9. И у меня просто пошло так, что включаешь компьютер, и оно, в смысле, ну, в принципе, тоже компьютер, да, нетбук. На нем раньше стояла семерка стартер, но я, когда пыталась изучать Linux методом тыка с пинка Злакси, это никнейм одного компьютерщика, ну не знаю, программист ли кто-то в этом роде, с Тифаретника, и я что-то там намудрила с разделением диска, в результате у меня вместо двух систем вышло так, что или трех систем, у меня что-то как-то там все поехало, и документ это с семерки я, конечно, достала, но все остальное как-то пришлось заново все ставить. В общем, что я там не пробовала, даже бутхи пыталась поставить, бутхи ни на виртуалку ни так не вставал, то ли у меня лыжи не едут, то ли бутхи такой. Потом он модернизировался, этот бутхи, потом еще раз, но я последнее обновление не скачивала, и вот эта Симата, значит, я ее включаю, а она мне говорит, как вот, знаете, если вы винду свою неправильно выключите, она вам иногда что-нибудь такое подскажет. Уж правда не помню, как у винды, может, такого уже и нету. Или есть там, как загрузить. А, да, есть такое у винды было. Значит, что загрузиться с драйверами, загрузиться. Ну, по-моему, безопасный режим, надо было в винде заходить, чтобы выбрать там загрузиться с драйверами, загрузиться так или еще как-то. Вот такой вариант. А тут оно выдает, значит, установиться заново. Установиться в роли Ubuntu, а он на основе, видать, Ubuntu дел, плюс со средой компьютерной Mate. И все это вроде как, я так поняла, что Mate сейчас
такое же популярное становится, как этот СМР. Куда его только не суют, и Ubuntu с Mate скрещивают, в общем, и Симату пишут на Ubuntu с Mate. И вот оно предлагает, мне каждый раз предлагал установить, включить Ubuntu, установить еще что-то, еще что-то, еще что-то. В последний момент, когда я ставила туда, вообще Puppy я сначала поставила, но он вставал в флешке, казалось, что вообще, как я потом поняла, тоже спинка Дима, говорит, вот, говорит, Puppy, оно пойдет тебе, у меня там памяти на компьютере только 1 гигабайт, ну, в смысле, на ноутбуке. Ну, и он слегка тормозил, а Mate все-таки она тяжеловата, здесь среда, она больше вообще похожа на, допустим, вы с семерки переходите на Linux Mate, Mint Mate, то вот оно, в принципе, похоже на многое вещи. И у меня, соответственно, слегка притормаживал. Я поставила тогда Симату, а Симата тоже притормаживала, и вот я поставила сначала Puppy. Потом оказывается, что Puppy вообще дофига. Я 50 штук насчитала, дальше меня не хватило, на архивах они висят. Вплоть до того, что вот у моей модели, моей оси, обои другие. В общем, Волгин из головного мозга еще тот. Мне там, кажется, Денис говорил про Patriot OS. Я ее загуглила, потом спросила в тифаретнике. Хекс мне ответил, что это тоже Булгина своего рода. Я это называю Булгина с головного мозга. Но я, конечно, ее потом сама поюзаю, потому что Хекс иногда говорит одно, на деле получается другое. Лучше, по идее, саму увидеть, да, пощупать. И я пытаюсь ставить, значит, этот вот. Ну, оно у меня встало, но я так поняла, что оно встает исключительно на флешке. А зачем мне такой геймер? Мне, если брать в деревню нетбук, то надо, чтобы он нормально работал, при этом даже с отсутствием сети не особо там глючился, что вот обнови меня, да. И в результате я пытаюсь там зайти в этот BIOS. Я заколебалась в этот BIOS заходить с этой Симатой. В какой-то момент он мне просто выдает, и внизу такая строчка, уже не помню, что она позначала, я тыркаюсь на эту строчку, просто, ну, там память проверить, еще что-то. Думаю, что хоть там выйдет. А там выходит такая игрушка, как была, вот у меня была на 3310 на Nokia, там, когда ездит какая-то фигня, и она стреляет какую-то другую фигню наверху, или та фигня ее стреляет, короче, игрушка. Я тыркаюсь, я понимаю, что это тупая игрушка, и выхода из нее нет, кроме как грубо выключить компьютер. Знали бы вы, как я материла этого товарища, это все написавшее. Последний раз, когда я с ним общалась, где-то полгода шли назад, у меня почему-то Mozilla очень сильно висла, и некоторые страницы, там какие-то проблемы были, в общем, загрузка, я ему написала, что, ну, может, у меня что-то не так. Я так поняла, что его уже кто-то, может быть, с моего пинка, потому что я очень сильно рекламила эту Симату, если мне что-то нравится, то я начинаю рекламить. Ну, не плохо там человеку, но просто вот, что человек что-то сделал, я ее рекламила. Потом выяснила потом на месте уже, что многие, кто мне помогал, когда я еще не особо в Linux понимала, ну, как там какие-то проблемы были. А, конечно, я не программист, и я так это... И мне до программиста еще далеко, я даже ничего не пытаюсь изучать в этом плане. Ну, в том плане, что, допустим, систему я могу поставить, поднастроить ее слегка. И типа не кейчик, да? Кнись на клавишку. И... В общем, я там спрашиваю Полифема, как, ну, погонял у него такой, знаете, фаретники, вот так и так, и он меня спрашивает, что, говорит, это за Симата. Я говорю, блин, сначала меня спрашивали, что за глотки, ну, в общем, сложилось у некоторых людей впечатление, что я ищу какие-то извращенные системы, по ходу дела так и есть. В результате я потом поставила Linux Mint, не помню я это, аббревиатуру, мне лениво ее вспоминать, но я называю крыса. Кто в этом разбирается, тот поймет. Хочу еще попутно поставить, я не помню, как она сама называется, потому что, допустим, Стася Крапильская, если вы там читали этого Вениамина, вдруг случайно, то увидели там Стася Крапильская, она мне, я когда сказала про эту систему, она говорит, я вообще, говорит, не знаю, что это за система, он мне подогнал ту же Диму название, я загуглила, с торрента она вообще не раздавалась, пришлось из браузера скачивать просто очень-очень долго, где-то часа два, наверное, 1,5 гига там весь этот IC-образ. И я хочу ее поставить второй системой, просто попробовать, как там пойдет, и, может быть, ее даже оставить. Вот я тут, оказывается, вообще, как обычно, погнала какую-то муть. Ну, я не уверена, вообще люди, смотрящие СМР, вообще что-то понимают в этом, попаду я в точку или нет. Начала ведь с флешки. Я даже не знаю, сколько у меня там осталось времени, потому что я еще не скидывала с флешки
с компьютерной, на компьютер то, что у меня видео там с вопросами. Минут 10 где-то там еще есть. Я даже не знаю, что еще-то говорить. У меня тут обезьянка все еще осталась. Обезьянка. Так, шуршать нельзя. Стучать. Все, у меня там соседи галдят на улице, машины ездят. У меня мигрень начинается. Сегодня было плюс 27 в теньке, я хотела прогуляться. Я сегодня вот в таком вот там платье и шла как раз. Хотела, потом я сделаю в обзоре этих летних шмоток, как раз оно будет. И шла я в этом платье. Прошла где-то одну треть, точнее одну четверть, наверное, пути. И поняла, что я дальше уже не осилю. И плюхнулась на остановку, на маршрутку. Хотела зайти вечером в гости подружке, но подружка тоже страдает периодами мигренями. И она вообще вырубилась. Ну, как я ее спросила, ну, давай часов 8 вечера погуляем, как раз мне жарко, она говорит, я не могу, я типа засыпаю. И я решила, что надо переписать на бумажку эти вопросы. Потом сделать, наверное, вот ванну со вторым шариком этой соли из Фаберлика. Ничего такое, кстати, шарик. Пенится. А еще у меня там гора посуды на кухне. И кажется, я снова хочу есть. Ну, у меня есть овсянка, там вообще честно. Какая-то каша с четырьмя злаками, там овсянка, еще какие-то животные. Она у меня с какао и со сгущенкой, сливочным маслом, на молоке. Сейчас я чешу голову. Я слышу, как я ее чешу. У меня слегка болит горло, хотя я уже неделю пытаюсь купить мороженое, но что-то все руки не доходят. А я что, зеваю? Так, ну вот я-то уже зеваю. Ну, может, уже хватит нести всю эту чепуху в камеру. Привет, я уже передала. Все, которые на сегодня накопились. Мне тут два человека разного пола в разное время писали, что я типа засыпаю вообще просто под ваш голос. Только не думайте, что ваши видео скучные. Но на самом деле у вас типа клевый голос. Я не думаю, что мои видео скучные. Я иногда чаще до сих пор удивляюсь, как вообще их смотрите. Хотя некоторые свои видео я пересматриваю. Последний свой СМР. Я что-то на него пырилась, аж раз в пять его пролистала. Я там такая няшная в этом платочке. Ну и все, короче, люди. Если вы осилили этот ужас до конца и что-то новое подчеркнули, допустим, вас заинтересовала носевая система Linux Mint, ну, то я буду рада. Linux массы. До новых встреч. Спокойной ночи и пока.